В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Кирилл Васенин. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Собачье дело. В городской дозор обратились свидетели процедуры отлова животных на улицах города. Молодежь и православие. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился со студентами. Погружение в профессию. Саровские школьники познакомились со специальностями Саровского медицинского колледжа. Далее расскажем обо всем подробно. Как должна проходить процедура отлова бродячих животных? С таким вопросом в рубрику «Городской дозор» обратились жители одного из домов по улице Курчатова. Они стали свидетелями работы специальной службы, которая отлавливает бездомных кошек и собак в черте города. Однако на этот раз в поле зрения специалистов попало не бродячее, а домашнее животное. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Елена Коробова держит в руках поводок, на котором еще вчера она выгуливала своего питомца, трехлетнего Лаки. Активный и жизнерадостный пес, ладил с соседями, любил детей и не доставлял хозяевам проблем. Иногда Лаки отпускали на улицу одного в ошейнике. Но после последней прогулки любимец семьи не вернулся. У меня трехлетний ребенок, они выросли вместе с дочкой. Они вместе, как брат и сестра, так скажем. Мы зашли с дочкой домой, я думала, сейчас он погуляет, как обычно. Он придет домой там через час, как всегда, покушать. Ну вот, не пришел. Светлана Николаевна стала очевидцем того, как служба отлова усыпила собаку. Днем женщина гуляла со своим четвероногим другом, рядом с ними бегал и Лаки. На стоянке неподалеку припарковалась машина, из нее вышел сотрудник службы по отлову. В поле зрения мужчины попал Лаки. Он пытался ее истребить, отловить. Но я подошла и стала ему говорить, то, что не надо эту собачку трогать, она домашняя, и на ней ошейник. Вы не имеете права. Я говорю, что я вам ее не дам. Ну, не дадите, значит, будет ваша собака застрелена, хотя она и на поводке. По словам Светланы Николаевны, в собаку выстрелили специальным препаратом. От испуга Лаки убежал во двор. Буквально через несколько минут женщина обнаружила собаку около подъезда, уже без признаков жизни. Служба отлова ее не забирала, хотя он сказал, мы ее отловим, заберем и приют, она у нас в приюте побудет, а потом мы их выпускаем. Но он этого не сделал. Он оставил собачку на смерть и сказал, то, что доза там небольшая, и с этой дозой с ней ничего не будет. В причинах смерти Лаки будут разбираться медики. Почему после укола собаку не забрали в приемник, как это делают с остальными животными, неизвестно. По правилам, после отлова всех собак и кошек должен осмотреть ветеринар и принять решение об их дальнейшей судьбе. Если они здоровые, то прививаются и производится процедура стерилизации и кастрации, биркуются, у нас сейчас используются бирки, вот, и выпускаются снова в окружающую среду. Если собака и кошка заражена бешенством или другой неизлечимой болезнью, принимается решение об эвтаназии. После изменения системы финансирования городского приемника здоровые животные могут пребывать там не дольше 10 дней. По истечении этого срока их судьба в руках волонтеров и неравнодушных саровчан. Что же касается животных, у которых есть хозяева, то в этом случае стоит помнить правила: мы в ответе за тех, кого приручили, и не отпускать питомцев гулять без надзора. Возможно, именно это поможет избежать печальных последствий. В конференц-зале Духовно-научного центра Саровского монастыря прошла ежегодная встреча митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия со студентами и преподавателями Саровского физико-технического института. Правящий архиерей традиционно выделяет время в плотном рабочем графике, чтобы ответить на вопросы молодежи. На ней также присутствовало духовенство Сарова. Подробности далее. Определяет ли Бог судьбу человека при рождении или человек сам ее формирует? Почему принято крестить в младенческом возрасте? И как владыка пришел к вере? С рассказа о своем жизненном пути начал традиционную встречу правящий архиерей. Он поведал о семье, родителях, о том, как с ранних лет его учили милосердию и состраданию. Детские впечатления о том, как впервые подал милостыню, он пронес через всю жизнь. Потом я как подпрыгнул, да копеечку бросил в эту кружечку, и она так зазвенела там. Он стоит и говорит мне: спасибо, Господи. И вот эти слова, знаете, как будто меня вот таким теплым воздухом окутали. В зале Духовно-научного центра собрались студенты первого и второго курса Саровского физтеха. Список из более 90 вопросов передали митрополиту перед встречей, и он сам выбирал, на какие ответить. Схожие по тематике вопросы владыка объединял и разъяснял девушкам и юношам свою точку зрения. Мало очень времени для общения, о чем всегда говорит владыка, что надо общаться. И общаться, не, конечно, не по телефону, не по скайпу, не по интернету, а общаться лично. И вот эти встречи, они как раз и, я считаю, открывают у каждого человека дорогу к себе.
религии. Студентов интересовала не только тема религии и веры. Гораздо больше их волновал вопрос о месте человека в этом мире, о его предназначении. Молодые люди интересовались мнением митрополита об атеизме, новых медицинских технологиях, ядерном оружии и месте России на политической карте мира. Всегда у него очень развернутые ответы. Он всегда цитирует и Пушкина, и других известных поэтов. То есть, вы знаете, и вот я с большим удовольствием всегда присутствую на этих встречах. Ежегодная встреча с митрополитом Георгием вызывает у студентов интерес, и правящий архиерей всегда выделяет в своем плотном графике служения время для общения с молодым поколением. В Нижегородской области введено сезонное ограничение на проезд большегрузных автомобилей с массой более 6 тонн на ось. Это связано с проблемой оттаивания земляного полотна, из-за чего дороги больше подвержены деформации. Под ограничение не попадает транспортировка продуктов и лекарств, топлива и других общественно значимых грузов, а также пассажирские перевозки. Перечень трасс, на которые распространяется временное ограничение, опубликован на сайте Главного управления автомобильных дорог. Другая важная информация в подборке коротких новостей. На благоустройство набережной реки Сатис в Сарове потратят около 100 миллионов рублей. Информация о соответствующих торгах размещена на портале госзакупок. Итоги аукциона подведут 26 апреля. Работы планируется выполнить до 27 ноября. Средства направят на реконструкцию и устройство дорожно-тропиночной сети, парковок, лестничного схода и ряд других элементов. Военно-историческое общество 1945 приглашает саровчан, которые хотят принять участие в грядущей реконструкции, на собрание. Оно пройдет в четверг, 11 апреля, в 18-м кабинете здания ОБЦ на улице Силкина. С собой необходимо принести одежду для перевоплощения в образ участника событий времен Великой Отечественной войны. Напомним, масштабная историческая реконструкция пройдет в День Победы на берегу реки Сатис. Окунуться в атмосферу военных лет смогут все желающие. Мужчинам предлагается примерить на себя роль полицейских и партизан. Перевоплотиться в беженцев, спасающихся от войны, смогут женщины и ребята в возрасте от 9 лет. 13 и 14 апреля в Ледовом дворце пройдет турнир по хоккею на Кубок Рафиацмеев. В нем примут участие спортсмены из Сарова и Нижнего Новгорода, всего 6 команд. В первый игровой день пройдет групповая стадия, которая определит 4 команды претендента на главный приз. Финал турнира начнется в воскресенье 14 апреля в 2 часа дня. Участвуя в городском проекте «Профтренд», ученики школ города уже не первый год знакомятся с полезными и востребованными специальностями, которые проходят в формате экскурсий, мастер-классов и деловых игр. Полученные знания позволяют будущим выпускникам сделать выбор в пользу той или иной профессии. На этот раз школьники узнали о том, где в нашем городе можно освоить специальность медицинской сестры или фельдшера. Ирина Скакалина уже определилась, чем будет заниматься в будущем, и менять свое решение не намерена. На экскурсию в медицинский колледж она пришла еще и потому, что здесь учится ее брат. Работу в сфере медицины Ирина для себя считает очень важной. Потому что это обширная профессия, и достаточно хорошо платят. И я хочу помогать людям, потому что я хорошо к ним отношусь. Школьники попробовали повторить манипуляции экстренной помощи на специальных манекенах. По мнению сотрудников колледжа, такой подход к профориентационной работе себя оправдывает. Еще до поступления в среднее специальное учебное заведение ребята будут представлять, из чего будет состоять учеба и дальнейшая работа. С моей точки зрения, человек, который идет в медицину, вообще не только медсестрой, медбратом, а вообще медик, он должен иметь огромное желание помогать людям, несмотря ни на что, должен желать работать, все-таки это труд, и труд нелегкий, как правило, и получать от этого труда удовольствие. Кабинеты массажа, анатомии, ухода за ребенком и за больными в стационаре. Проводя экскурсию, сотрудники колледжа старались показать максимум того, с чем в будущем придется столкнуться ребятам, которые пожелают стать медицинскими работниками. А таких по итогам визитов с РМК оказалось большинство. 2019 год в России объявлен годом театра. Он призван напомнить жителям страны о богатейшей истории этого искусства, а также о людях, которые стояли у истоков создания русского театра и тех, кто занимается им сегодня. В течение всего года повсеместно проводятся тематические фестивали, гастроли и конференции. Сотрудники молодежного библиотечного информационного центра подготовили для саровчан театральный квест. На столе скрепка, зубочистка, нитки, пуговицы и мыло. В течение минуты участникам необходимо без пауз рассказать об этих предметах. Так, чтобы заинтересовать окружающих и получить максимальное количество баллов. Такое задание предстояло выполнить участникам станции «Ораторское искусство». Недавно произошел такой случай. Дома кошка умудрилась загнать один каток ниток под диван и сама в нем запутаться. Потратили, наверное, минут 30, чтобы
ее и распутать, и смотать обратно нитки. Участникам театрального квеста предлагалось пройти 5 станций. На одном из этапов юноши и девушки попробовали себя в роли актеров. Они перевоплощались в героев сказки и за 5 минут разыгрывали сценку экспромт на современный лад. На станции «Закулисье» участники отгадывали имена знаменитых советских и российских актеров. Больше всего гостям запомнился кукольный театр. Здесь нам предоставили возможность самим показать сказку «Красная шапочка». Причем нужно было показать в ней некие современные вещи, то есть за это давали баллы. И в «Театре теней» нам давали задания, и мы изображали их. Организаторы поставили перед собой цель развенчать у современного поколения миф о том, что театр – устаревший вид искусства. А еще вовлечь молодежь в творческую деятельность и развитие у юношей и девушек актерские способности и ораторские навыки. Во время прохождения квеста у них работает поисковое мышление. Они методом поисков, аналогий, они внутри себя могут совершить открытие. Победители театрального квеста получили дипломы, книги с произведениями классиков и диски. В Арзамасе завершился областной конкурс вокально-хорового творчества для детей и подростков «Золотые голоса». В нем приняли участие хоровые коллективы, ансамбли и солисты, которые выступали в 3 номинациях – академический, эстрадный и народный вокал. 2 коллектива отделения музыкального фольклора детской школы искусств номер 2 стали лауреатами конкурса. Подробности в следующем репортаже. «Золотые голоса» принадлежат юным вокалистам из Сарова. Творческие коллективы «Горница» и «Задуринка» стали лауреатами областного конкурса для детей и подростков вокально-хорового творчества. Победа саровчан чуть не оказалась под угрозой, так как у артистов не было времени на подготовку. Каждый участник и коллективы приезжали в свое назначенное время. Мы приехали днем, и сразу же оказалось, что произошли изменения в расписании, и нам пришлось, как говорят, с корабля на бал выходить на сцену. У Екатерины Строковой это не первый вокальный конкурс. Диплом лауреата первой степени пополнил копилку наград солистки. Девушка всегда настроена только на успешные выступления. Ирина Зидуйлаевна учит своих воспитанников быть на сцене настоящими артистами. Екатерина помнит советы педагога и старается следовать ее рекомендациям. Всегда сложно выходить выступать. Нужно собираться с мыслями и выходить и дарить всем радость. На все 100% ты должен выйти и отдаться песне. Сразу 6 солисток отделения музыкального фольклора детской школы искусств номер 2 привезли в родной город дипломы областного конкурса. Карина Бурова стала лауреатом 2-й степени. Девочка занимается в Задоринке более 5 лет. Поет разные песни – патриотические, лирические, веселые. Последние ей нравятся больше. Карина считает, что шуточные композиции хорошо повышают настроение. С одной из таких песен она выступала на конкурсе. Это шуточная песня о том, как комарик выбирал невесту. Взяв высшие награды областного конкурса в номинации «Народный вокал», участники творческих коллективов готовятся покорять вершины всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей. Лучшее средство профилактики простудных и вирусных заболеваний – мед. Об этом знали еще древние мудрецы. Полезное лакомство, как лекарство, используют уже много веков. И при этом мед еще и очень вкусный. Тем более, когда есть из чего выбрать. В Центре культуры и досуга в НИЭФ начинает работу выставка «Медовая феерия», на которой традиционно представлены десятки сортов меда. Темный и светлый, чистый и с натуральными добавками, но любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда вы найдете в Центре культуры и досуга в НИЭФ. С 5 по 9 апреля там проходит ярмарка «Медовая феерия». Качество этого полезного лакомства спасики пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент меда удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А еще любимый многими хвойный мед. На щитовидную железу хорошее действие оказывает. Потом против простудных заболеваний. Он обладает противовоспалительным свойством. Впервые на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как и любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На ярмарке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед и мед с акацией, который полезен и подходит как взрослым, так и детям. Мед с акацией – очень хороший мед. Он, во-первых, не кристаллизуется, он очень долго стоит в жидком виде и полезен детям, аллергию не вызывает. На ярмарке «Медовая феерия» вам предложат и сами продукты пчеловодства – перга, пыльца, маточное молочко и настойка прополиса на воде. Для детей очень хорошо вот сейчас актуально смена температуры. Это как аэрозоль брызгает в горло, от насморка тоже можно ее применять.
Потом, если ожоги, не дай бог, это тоже она обладает противовоспалительным действием. Все сорта можно попробовать лично и остановиться на том, который больше понравится. Не пропустите. Ярмарка «Медовая феерия» работает в Центре культуры и досуга с 5 по 9 апреля с 10 утра до 7 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях, ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Кирилл Васенин. Всего вам доброго и хороших вам новостей.